Почему шпионкой? Потому что они хотели поиграть здесь у нас. Будет справедливым сделать то же самое. Не думаю, что это была игра. Скорее, вторжение. И они мирный договор подписали. Я немного беспокоюсь об отце принца Нарика. Хочешь, чтобы я прокралась в Мелидонию только потому, что они были нашим врагом? Ани, как думаешь, каковы обязанности короля и королевской семьи? Анидаб.ком представляет «Дама и принц». Ани, как думаешь, каковы обязанности короля и королевской семьи? Она редко бывает такой серьезной. Мы делаем то, что обычные граждане не могут. Ведем страну и ее народ. И у нас есть множество привилегий, чтобы сделать это. Да, я это знаю. Ты, уважаемая принцесса, любимая своим народом. Ты знаешь, что тебе надо делать, чтобы отплатить им, верно? Да, мам. Тогда для своих людей и страны не могла бы ты пошпионить и добыть нам информацию? Хорошо. И пока ты там, сможешь продать наши товары и привезти кучу денег? Хорошо. Чё? Хорошо сказано, доча! Папа? Возьми это с собой. Это? Это камень легендарного стража, который передавался со времен первого короля Инако. Якобы. Якобы? Он придет к тебе на помощь, когда будет нужно. Наверное. Чё-то сомнительно. Ну тогда ты сможешь, доча! Чего? Думаешь, это хорошее место для повозки? Да, отличное. Может, вы поручите расследование в Мелидонии мне, принцесса? Не ори об этом тут! Ой, простите, миледи. Спасибо за беспокойство, Тео. Может, мама чуть перестаралась, но она волнуется о безопасности Инако. Хорошо. Пойду посмотрю, как там лошади. Да, спасибо. Так. Треснуло! Оно что, взорвется? О, нет! Я привлекаю слишком много внимания. Надо убрать это от любопытных глаз. Ри-ри-ри-рим! Это еще чё? Что с этой штукой? Очень страшная кися. Или енот. Эй, харе меня щупать! Оно говорит. Ты кто? Я страж Инако. Я Гририн. Ну, я думала, что защитник моей страны — это грифон.
Ну да, так оно и есть. Но я еще маленький и не могу нормально произносить слова. Звучит как-то странно. Надеюсь, что первый король Инака тоже не выдумка. Ладно, потом с этим разберемся. Неважно, Гририн ты или Грифон. Да, не обращай внимания. Знаю. Ты похож на зефирку, поэтому я буду называть тебя Гуримару. Ты точно дочь короля? Такая же грубая, как и он. Это комплимент? Кстати, Аня, а у тебя есть проблемы? Не, не совсем. Рин-ри-ри-рин! Время засиять! Это что было? Твоя одежда! Ну да, она выглядит почище. Верно. Ну как, теперь ты поняла, что я классный страж? Да, ты классный. Придумала, с тобой мы приманим много покупателей. Не выйдет, у меня не осталось сил. Мне нужна сила любви, чтобы расти. Сила любви? Поняла. Ну ты, конечно, уродец, но зато довольно милый. Рада познакомиться. По мне ты сказала что-то грубое, но я проигнорирую это. Барышня, не хотите фруктов? Выглядит аппетитно. Я возьму 3. Конечно. Я тут рядом магазин открыла. Правда? Заходите посмотреть на наши товары. Если придете, то я вам подарю маленький сувенир из Инако. Что, правда? Конечно, я только приехала сюда. Не могли бы вы мне рассказать что-нибудь об этой стране? Но наш король одержим войнами, да и принц тоже не очень. Не очень? Он любит броские вещи. Вот почему мне больше нравится лорд Вино. Лорд Вино? Ну, конечно, он такой красавчик. Никакого стыда. Я великолепен, как никогда. Великолепный принц. Самый красивый принц. Да, такой крутой. А это не принц Нарек? Опять он выпендривается. Принц Нарек? Принц Нарек, я люблю ваши кубики на животе. Слушай сюда! Сегодняшняя миссия – найти клевые наряды для моей первой компании! Есть, принц Нарек! Компания? Не нравится мне это. У нас будет наикрутейшая армия по стать великому мне! И мы пойдем прямо на Инако! А после эта женщина будет сражена моей неотразимостью и разрыдается! Это плохо! Что? Принцесса в опасности! Уже иду, госпожа! Чего? А куда ушел Тео? Прости, Гуримару, присмотри за магазином. Доверься мне. Эй, ты. Да, добро пожаловать. Ты знала, что не можешь торговать здесь без разрешения? Я думала, любой может поставить лавку. Йори! Но тебе все еще нужно заплатить за торговлю на этом месте. Ой-ой-ой. Может, это и есть так называемый шантаж? Слышь, не игнорируй меня! Эй, ты, довольна? Ты не должен вести себя так грубо с дамой. Чё? Ты кто такой? Я простой человек, который не может не признать, что все цветочки в мире такие восхитительные. Тут ненормальный? Это свободный рынок. Если у тебя есть жалобы, ты можешь прийти с ней ко мне во дворец. Дворец? Ты? Вы герцог Вино? Герцог? Прошу прощения! Ты не поранилась? Нет, большое спасибо. Прошло много времени. Маленький цветочек. И цветочком
Я буду называть тебя. Это лорд Вино. Только посмотрите. Все девушки мира — это маленькие цветы. Но мне и правда кажется, что ты особенная. Почему вы держите меня за руку? Потому что это рука прекрасного цветочка. Странный он тип. Это судьба, раз мы встретились вновь. Ну что, к тебе или ко мне? К вам не кажется это неожиданным? Вовсе нет, ничуть. Но это хороший шанс узнать побольше о принце Нарике. Тебе не нужно быть такой осторожной со мной. Я всего лишь... Хочу смотреть, как ты цветешь снова и снова. У меня нет никаких скрытых мотивов. А звучит, как будто есть. Ну что, почему бы нам не пойти во дворец, цветочек? Гуримару, расскажи все Тео! А Тео, это вообще кто? Входите. Простите. Госпожа, у вас есть багаж? Нет, нету. А вы кто? Они будут твоими личными горничными, цветочек. Моими? Мы будем присматривать за вами, пока вы живете здесь. Живу? А как же моя повозка? Нет, нет, нет. Цветочек — наш почетный гость из Инака. Вы должны жить в подобающих условиях. Но... Если вы будете гостить в моем поместье, это значит... С утра до вечера. И с вечера до утра. Я могу смотреть на вас в любое время. Пожалуйста, не надо! Эй, Вино! Ты та самая грубая женщина! Принц Нарик? Ты что тут делаешь? Ну... Ясно! Ты хочешь портрет с невероятным мной! Чё? А, да, точно! Правда хочу! Понял, понял, хорошо. Вперед, в замок! В замок? Сейчас? О, да. Я и правда такой невероятный. Что это за принц? Да без понятия я! Это Вино! Я тут случайно в ленте запутался. Честно, случайно. Я получил письмо из Мелидонии. Премьер-министр, хорошие новости? Да. Они принесли хорошие вести. Я очень благодарен вам за заботу о нашей стране. Я всегда могу положиться на вас. Я не достоин такой похвалы! Я, Хром, не достойный такой лести из ваших уст, принц Луз! Ого! Ну и как тебе коридор в честь меня? Просто нечто! Этот великолепный портрет сделан 3 месяца назад! А этот прекрасный шедевр — 2! А эта прелесть нарисована сегодня! Они ж все одинаковые! Чё? Ты... Ты поистине странная женщина! Чё? Я и правда великолепен всегда! Я вознагражу тебя за то, что ты заметила это под одним портретом. Теперь я должна выбрать один? Вообще-то они мне не нужны, Нарик. Чё? Я не это хотела сказать! А ты смелая, раз не обращаешься ко мне как к принцу! Так вот, чё он взбесился! Да, не то чтобы я тебя очень уважала, Нарик. Чегось? Черт, я сказала то, о чем подумала! Но вообще-то, звучит ничего так. Женщина! Теперь я позволю тебе ко мне так обращаться! Тогда и меня зови просто Вино. Правда? Ну... Смелее, смелее. Ну ладно, Вино. Женщина, я подарю тебе свой самый великолепный портрет в честь этого события. Пока. Ну что, цветочек, может прогуляемся? Лорд Вино.
Я тут резко вспомнил, что у меня дела есть. Принцесса Инако. А вы... Я командир Мелидонских рыцарей, Лиот Вольт. Я слышал, что принц Нарек пригласил вас в замок. Но я не могу позволить члену семьи другого королевства одной ходить по замку. Я отведу вас обратно в поместье. Да! Принцесса, мы так рады, что вы приехали в Мелидонию. Правда? Благодаря вам мы смогли получить работу при дворе. Мы всегда мечтали работать тут. Наши родные так рады за нас. Хоть мы здесь и недолго, но уже столькому научились. Девчата, вы... Так и возрадуйся! Я тут думала... Я не одета, пшел вон! Это твоя проблема, что ты не одета, когда ко мне пришла хорошая идея. Чё за бред? В любом случае, у меня хорошие новости. Я приготовил тебе комнату в замке. Чё? Теперь ты сможешь наслаждаться моими портретами в любое время. Все уже готово. Собирай вещи. Чего? Выступаем! Теперь это твоя комната. Подожди-ка. Мне нужно поговорить об этом с Вино. Уже поздно. Почему? В том поместье больше никого нет. Что это значит? Всех слуг поместья сократили. Сократили? Теперь у тебя нет выбора, только остаться в замке. А что с теми двумя горничными? Что? Откуда я должен знать? Конечно, должен. Замолчи. Стой, Нарек! Отвянь! Я ухожу. Принц Нарек! Простите, вы не знаете, где работают те горничные? Я хочу поблагодарить их. Ну, они были наняты прислуживать вам. Когда он сказал «сокращены», он имел в виду... Что? Когда принц велит кого-то сократить, то эти люди больше никогда не могут найти работу. Он знал об этом, когда увольнял их? Конечно, нет. Принц Нарек никогда не думает о последствиях. Он даже не подумал? Нарек, ты идиот! Ведь они обе так заботились обо мне. Ты придурок, Нарек! Чё с этой бабой-то? Я милостливо пригласил ее. Ты ведь уволил тех горничных, которых я нанял специально для нее. Может, поэтому цветочек обиделся? Без понятия. Я единственный пригласил ее в замок. Да она прыгать от счастья должна. Но что бы ты почувствовал, если бы король вдруг уволил меня или Лиота, и затем изгнал бы нас? Ты чё несёшь? Отец так никогда не поступит. Может... Именно это она и испытывает сейчас. Не сравнивай себя и простую служанку. Ну, цветочек все еще зла на тебя. И ничего с этим не поделаешь. Тебе лучше подумать об этом, Нарек. Ну а сейчас у меня свидание с цветочком. О, Лиот. Ты разговаривал с принцем Нареком? Ага. Мы обсуждали замечательные маленькие цветы снаружи. Да шучу я. Скажем так, он задумался о моих словах. Он задумался? Это потому, что он обидел цветочек. Принцессу Инаку? Ее самую. Уже утро. Войдите. Доброе утро, госпожа. Кажется, вы еще не одеты. Доброе утро.
Завтрак уже готов. Это вы! Ну что вы здесь делаете? Я нанял их в прислугу при дворе. Тебе лучше прекратить за... Ты! Быстрее одевайся! Неужели Нарик передумал? Спасибо, Нарик! А теперь давайте одеваться. Вы выглядите веселой. Я бы не справилась без вас. Я готова. Доброе утро, цветочек. Слишком долго. Кстати, моя первая военная кампания будет в Инако, полагаю. Ну, ее можно и отложить ненадолго. Да, да, хорошая идея. Нарик, ты великолепен. Еще бы! Восхваляй меня! Принц Лос, я разослал все приглашения на вашу коронацию. Ты пригласил принцессу Инако, премьер? Конечно. Это будет очень интересно. Продолжение следует. Перевод на русский Тутуро. Роли озвучивали Азазель, Гаррисон и Орико. Тайминг работы со звуком Микки. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Сайт anidub.com. Релиз не для продажи. Так, звук в порядке. Давай мне, быстрее! А где речь? Я не могу найти принц Нарик. Чего? Следующий эпизод уже скоро!